I know. Приветствуем вас на празднике футбола, друзья. С вами Константин Генич и Георгий Черданцев. Всем привет и добро пожаловать в гости к футболу. Хороший по задумке пас. Игра остановлена, будет угловой. Мяч летит в центр штрафной. У партнера мяч переправляет. Забирает мяч в голкипер. Трибуны зашумели. Считают они, что тут был пенальти. Балотелли. Отличный удар. Накрывает. Момент для удара. И счет матча открыт. Отлично они начали, быстро решили забрать игру себе, и гол в этом, конечно, плане лучший помощник. 1-0 в нашей игре. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Вынос, мяч не задержался в штрафной. Фегули. Балотелли. Швайнштайн. Рамос. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Ловесь. Шупо Мотин. Пас назад. Что же, иногда и так приходится играть. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Отлично, игрок заблокировал этот удар. Мяч уходит на угловой. Центр штрафной, мяч направлен. Мяч достается вратарю. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Ловесь. Шупо Мотин. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Какой финт? Вы это видели? Хорошая возможность доставить мяч в штрафную. А там уже побороться. Швайнштайн. И выносится мяч из штрафной. Есть адрес для передачи. Нужно пробовать. Штрафной удар. Хорошая позиция для подачи в чужую штрафную. Хозяева очень неторопливо разыгрывают мяч, что вызывает недовольство фанатов гостевой команды, которой надо забивать. Хозяевам нужно удержать победный счет и, главное, не переходить ту грань, после которой арбитр будет считать такие действия затяжкой времени и начнет показывать желтые карточки. От души по мячу он приложился. Как
счет. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы. Счет снова равный. 1-1. Балотелли. Фигули. Рамос. Куарежма. Бернардо. Удар. Знаете, есть такая опция — тренировка удар. Блестящее спасение! Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Пас на ход партнеру. Свисток арбитра угловой. В центр штрафной подан мяч с углового. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Выбивает мяч игрок. Рамос. Опаснейшая проникающая передача, но здорово разобрались с ней защитники. Четко и надежно сыграно, выносит он мяч из штрафной. Куарежма, Бернардо. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Шупо, Мотин. Ловись. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Фигули. Куарежма, Бернардо. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. И пробил. Мяч в воротах. И это гол. Отличный удар. Прямо в верхний угол. Красивый получился по исполнению удар. Мяч вонзился буквально в самый верхний угол ворот. Да, здесь у голкипера по большому счету шансов отразить этот удар практически не было. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Нет, не дошел этот пас до адреса. Не стал давать свисток. А грубо в отборе играет он. Желтая будет. Это желтая, все по делу. Свистят болельщики хозяев. Не нравится им, что гости тянут время. Действительно, явно они получили установку не нагнетать и удерживать счет до конца матча. Еще один прекрасный пас в его исполнении. Почти все его пасы сегодня достигли цели. Так, только не останавливайся. И пробил он поворотом. На ближнюю подача. И сравнивают они счет. Хороший мяч забивают. И снова ничья на табло. Все только начинается. Со второго этажа приходится этот гол. И надо сказать, гол красивый. Да, с головой у этого парня точно все в порядке. Какая борьба! Никто не желает уступать. Счет снова равный. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Хороший вынос мяча из штрафной. Свисток арбитра определяет равный счет в первом тайме. 2-2.
Вторая половина матча началась. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Выбит мяч из штрафной. Судья показывает на угол поля. И в центр штрафной. Мяч летит от углового флага. Переправляет мяч в направлении партнера. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Швайнштайн. Бейр. Терпеливо ждут они своего шанса. Пробил! Ждем угловой. Центр штрафной, мяч направлен. Мяч достается вратарю. Ничего себе он зарядил с такого-то расстояния, а! Ух, страшной силы был удар, и вратарь рад, что мяч пришелся в стойку, иначе быть бы голу. Швайнштайн. Игра остановлена штрафной. Мяч у арбитра. Внимание. По флангу идет атака. И есть тут свободное пространство. Швайнштайн. И разрезающий пас на ход. И покидает мяч штрафную. Мяч за боковой линией. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. И снова мяч покидает поле. Мяч ушел в аут. Ну, послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. И подает в штрафную. Кулаками играет вратарь, и мяч выбит. Мяч покинул пределы поля. Аут. Не смог он удержать. Штрафной будет. Подавать он отсюда будет в чужую штрафную. Навес в штрафную. И выносится мяч из штрафной. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Швайнштайн. Они остались сме... Грубо в отборе играет он. Желтая будет. Так, это уже интересно. Желтую карточку получает один из ключевых игроков команды. Что же теперь его менять? Нет, но я не думаю, что тренер рискнет и будет менять его в такой важной игре. Но посадил себя на карточку игрок ключевой, действительно, наверное, не вовремя. Штрафную мяч подает. Вот потому, что такие моменты не реализуются, на табло у нас и ничейный счет. Швайнштайн. Балотелли. Основное время истекает через 20 минут. Мяч в аут ушел. Навес.
Навес в центр штрафной. Ну, не знаю, на что он рассчитывал, выполняя этот навес. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыгран. Есть вариант развития атаки. Швайнштайн. Штрафную подачу. И есть там кому сыграть. Самый простой и надежный способ в такой ситуации — просто-напросто выбить мяч и все. Ловись. Мяч из-за боковой будет введен в игру. Здесь он попадает под прессинг. Мяч потерян. Есть адрес у этой передачи. Все силы они в штрафную бросили. Ключевой момент сейчас будет. Решили коротким пасом разыграть этот угловой они. У нас угловой. Мяч летит в центр. Шупо-Мутин! Какая игра вратаря, и все еще равный счет. Да, гол на последних минутах мог бы все здорово изменить. Вышел мяч в аут стараниями защитника. Ловись. Это аут. Хорошо мяч перехватили в атаке. Так и надо было сыграть. Выносит он мяч. Фигули. И удар! Счет равный. И если команда реализует этот угловой удар, выиграет матч. Ну, нормальная ситуация, правильно отработал арбитр, отложенный штраф и желтая карточка. Да, и отметим, что очень грамотно разобрался в этом эпизоде судья. Он не стал свистеть в момент фола, а дал доиграть эпизод и лишь потом показал так. Защита первая на мяче, вынос. И вратарь забирает этот мяч. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Гол сейчас будет означать победу в матче. Смогут ли? Мяч выбит. Угадайте, кем называют. Есть удар! Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался. 90 минут истекли. Счет равный. Нас ждут еще 2 тайма по 15 минут. Дополнительное время пошло. Посмотрим, как его проведут команды. Шупо-Мутин. Бэй. Швайнштайн. Рамос. Фигуль. Похоже, они решили поиграть вдвоем.
Очень много передач у этой команды. Видно, что с этим элементом... Швайнштайгер! Очень хорошо у них мяч двигался в этой атаке. Отлично сработано. Отличное действие команды. Сложно вот так уверенно отдавать пас за пасом и менять движение постоянно. Классный гол. И в особенности то, что ему предшествовало. Все шло к этому. И это был вопрос времени, когда они забьют. Гол буквально витал в воздухе. Ну, конечно, они лучшие. Они сами прекрасно это знают. И не стесняются это сегодня демонстрировать. Игра идет, конечно, практически в одни ворота. Бейл. Теперь в атаке уже соперник будет. Someone to make my feelings known.